Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Наталья. Сегодняшний традиционный обзор. Обзор моих покупок по вот этому шикарному каталогу номер 3. Вот такая тяжелая карабинь мне пришла. Сейчас буду доставать вам и все показывать, все демонстрировать. Каждый продукт, поверьте, ни один не пропущу. Итак, третий каталог. Шикарный. Посмотрите, какой красочный. А 8 марта как раз приурочен к 8 марта, к женскому празднику. И здесь очень-очень много скидок. И хочется очень-очень много чего купить. Покажу, что я купила. Следующий у нас каталог идет вот такой. Четвертый. А этот просто шикарный. Шикарный. Посмотрите, какие цветочки 8 марта. Ладно, переходим ближе к делу. А скажу сразу, вот эта вот вкусняшка, которую я заказала, она у меня идет вместе вот по подписке с этими витаминами, с Wellness Pack и питательный коктейль для контроля веса, здесь шоколадный вкус. У меня был обзор по второму каталогу, и я делала второй заказ. Там ванильный коктейль. Сейчас, одну минутку, я его принесу. Итак, я сходила и взяла. Поверьте, вот он ванильный вкус, и это шоколадный. А я не стала делать дополнительный обзор, вставку, ну и снимать просто видео, потому что приходил только вот этот коктейль и Wellness Pack женский, и еще кулон на цепочке, есть видео по нему. Итак, это у меня уже второй, во втором заказе, то есть здесь вот ванильный вкус покажу. Вот она у меня баночка открыта, алюминиевая баночка, очень удобно, кстати. 525 грамм. Это для wellness трансформации. Сейчас в компании идет грандиозное мероприятие. Это wellness трансформация, то есть мы меняем, скажем так, трансформируем свое тело, свои привычки. В общем, там грандиозный проект. Там и нутрициологи, и спортивные тренеры, то есть все. Мне это очень интересно, как вести жестко, да, не просто здоровый образ жизни, а как внедрить ПП-привычки. Поэтому это обязательное условие, вот эти коктейльчики. И так они у меня пришли. Ну, естественно, я уже показала Wellness Pack. Следующие у нас по подписке идут детские витамины с апельсином. Сейчас вот действительно они просто жизни необходимы, все эти витаминчики, чтобы не было витаминоза весеннего, потому что сейчас уже конец февраля, начало марта, и вот эта свистопляска начнется, когда не хватает в организме витаминов, поэтому мы на подписке, все традиционно. Что еще я взяла? Убрала каталог. Девчата убрала, только каталог выложила. Взяла шикарная акция на ампулы для упругости из серии Novage Procuticals. Сейчас покажу их в каталоге. Кто еще думает, брать или не брать, однозначно брать. Тем более цена у них вообще очень-очень сладкая. И Procuticals, и Novage в каталогах бывает очень-очень редко по такой привлекательной цене, особенно для ампул. Предпоследний практически разворот. Как раз таки мы видим акцию на Омегу. Дополнительная скидка идет 1399. И вот они как раз эти акции с пептидами. Ой, простите, заговорилась. Ампулы с пептидами за 1599 рублей. Это цена в каталоге. Для тех, у кого есть дисконтная карта, естественно, они еще на 20% меньше. То есть они там выходят где-то 1200. То есть их обязательно необходимо брать. Придает упругость, подтягивает лицо. Мгновенный эффект. Эффект мгновенный. Поэтому сейчас покажу их, как они выглядят. Более подробно, я думаю, что я расскажу в соответствующем видео, чтобы вам понять. Вот они.
Вот они, ампулки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7. 7 ампул. Применяем 2 раза в день, утром и вечером. Все. На 7 дней, на неделю. Ампулы на неделю. Специальные есть насадочки для безопасного откручивания, потому что стекло. Ломаем ампулку безопасно. Все. Это коротенечко, скажем так, по ампулам. Если коротко, то так. Все преимущества расскажу в следующий раз. Обязательно смотрите, обязательно покупайте. Вот просто рекомендую, искренне рекомендую, потому что серия Procuticals вообще шикарнейшая. Шикарнейшая серия для ухода за кожей лица. То есть это дополнительная, скажем так, артиллерия, которая помогает, которая действующая, которая действительно помогает. У нее очень эффективная формула у этой серии. И они вот прям мгновенный эффект дают на лицо, для кожи лица. Это что касается их. Из новинок я взяла, знаете, вот плохо на них нет сводчей. Это новинка. Помада Giordani Gold. Вот таком вот. Ну, Giordani Gold всегда. Это просто эстетика. Это просто шик, блеск, как говорится, и красота. Вот такой вот тюбик. Вот она у меня. В каталоге она вот такая большая. На самом деле вы сейчас увидите, какая она, какой это карандашик. Маленький, тоненький карандашик. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 оттенков. А у меня оттенок, я сейчас скажу, по-моему, розовый атлас. 40. Да. 43, 0, 35. Да, вот он. Вот этот. Вот он у меня на губах. Сейчас покажу в доказательство, как она выглядит. Посмотрите, какая прелесть. Великолепный граненый футлярчик. Смотрите, какая. Здесь гладкий он, а здесь вот он прям ребристый, граненый. Такой Giordani Gold. И вот он стержень. Такой вот стерженек. Смотрите, какая красота. Мягкая помадка. Но еще в ней есть фишка. Когда вы наносите, она легко ложится, мягко, но у нее есть охлаждающий эффект. И потом вот какое-то время у вас на губах такой вот холодочек такой. Но не сильный холодочек, а вот такой нежный-нежный, вот едва-едва такой. Вон. Шикарный цвет. Это у меня как раз-таки, вот он, розовый. Розовый атлас. Атлас. Атлас, наверное, розовый атлас. 43, 0, 50, 0, 30, 0, 36, да? 0, 35. Вот он. Вот эта штучка. Вот она. Вот, да, подходит. Точно. Вот. Это вот из новинки. Все, что я взяла из новинок. Следующее. Это еще новинка будет. Еще будет. Поэтому сейчас скажу. Покажу. Взяла краску. Краску для волос, потому что уже надо обновить цвет. И взяла без скидки. Здесь в каталоге шла она без скидки. Я просто взяла и купила. У меня оттеночек 1031 светлый блонд. Вот она, наша краска из серии HRX. Ее я взяла. Затем я купила бальзам из серии Элео для волос. Бальзамчик. А как я его купила? За доставку. Вместо платы за доставку. Точно, я помню, что в каталоге не было, а когда оформляла заказ, там выходит на последнем шаге серия продуктов, которую можно не платить за доставку, а приобрести продукт, естественно, тебе доставка будет бесплатная. И что удобно, то есть ты берешь и продукт, и не платишь за доставку. Я вот так пользуюсь. В прошлом каталоге я вам показывала, что я брала гель для кожи вокруг глаз из серии Love Nature. Здесь я взяла себе уже кондиционер. Да, кондиционер из серии Элео с маслами органы для волос. Сейчас скажу, полноразмерный, да, 150 миллилитров, полноразмерный флакон.
взяла себе вот эту любимую штучку. Это двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Очень люблю. Когда его не бывает, я просто пользуюсь гидрофильным маслом. Снимаю макияж, полностью тушь, тени, там подводку и все со всего лица. Но когда есть, я, естественно, им пользуюсь. И так мне удобно, но больше я, конечно, предпочитаю для глаз. Это специальное средство двухфазное, такое жирное, маслянистое, великолепно на раз, два, три снимает. Просто прикладываем и через пару секунд убираем уже, через, ну, секунд 10, и все. Не сушит ничего, потому что не образует дополнительной пленочки, как некоторые говорят, что от гидрофильного там масла у меня пленка на глазах. Нет, просто надо уметь его им пользоваться и уметь его смывать с глаз, чтобы не было пленочки. Поэтому, чтобы не было пленочки, пользуйтесь специальным средством для снятия макияжа с глаз. Вот я, например, очень люблю двухфазные серии The One. А сколько здесь у нас? 100 мл объем. Сейчас в каталоге как раз он по скидочке идет. Вот в этом каталоге, в действующем каталоге. А что еще из новинок? Из новинок много чего. Посмотрите, какая красота. Супер. Сейчас я покажу, как в каталоге, где этот наборчик. Вот он прям в самом начале, на развороте. Смотрите, какой яркий. Прям вот летний-летний. Ну, весна-весна. Весна идет, весне дорога. Набор кремов для рук Secret Garden. Формула с нежным цветочным ароматом. Смягчает и разглаживает кожу рук. В наборе три крема, сейчас покажу. Три крема для рук, то есть с ароматом гордении, сирени и розы. Продается в подарочной коробочке. Три штучки по 30 мл объем. Код 3496, 349 рублей, цена каталога. Страничка ароматизирована, у кого есть бумажный каталог. Итак, вот она, цвет фуксии. Коробочка цвета фуксии, шикарнейшая. Вот просто не надо ничего украшать, вот так человеку подарил. И все, это вот в такой вот, то есть это готовый уже, готовый подарок, красиво оформлена коробочка, и не нужно ничего мудрить там, что-то выдумывать. Посмотрите, какие они яркие, жизнерадостные. Как раз вот сейчас, к 8 марта дарить их, это просто шикарный подарок, я считаю, там, подруге, знакомым, просто друзьям. Солнце не хватает, цвета не хватает, а здесь такую яркую коробочку получить. Вот они, три аромата, три крема с разным ароматом. Закрывается, то есть он вот так вот, можно его поставить. Стоит. Вот. Шикарная. Обратите внимание, пожалуйста, на вот эту шикарную новинку, которая у нас сейчас идет в каталоге и для заказа. Шикарный подарок. Еще что я здесь взяла? Еще мы на подарок взяли вот такой детский наборчик. Это мыло для рук. И здесь, смотрите, у него не видно, да? Формочка идет, ладошка. Ладошка идет. Сейчас попробую найти его в каталоге и вам показать, как эта ладошечка выглядит. А деткам дарить вообще прелестный, прелестный подарок для любого возраста. Вот она вот так вот ладошечка идет. Детские ладошки. Мыло Helping Hand, да. Детская ладошка. Вот так, что у нас здесь? Мыло в форме, да, забавной ладошки с ароматом фруктового сока. Специально разработан для детской кожи. То есть, все. Специально для детской кожи. А следующие на этой же страничке мы взяли. Это пена для ванны. Пушистая пена для ванны с оптимальным балансом pH. Не содержит мыло и не сушит кожу, детскую кожу. Вот это очень важно. То есть и малышам, и детям подойдет. Цена прекрасная цена. Смотрите, какой пряничный домик. Видите, какая красота. Вот он. Подарочный набор, да, готовый набор. Все, здорово. Вот так. А что еще, что еще? А, вот из новинок еще я, конечно же, не могла пройти мимо. Это новый аромат. Новый аромат Possess Absolute.
выглядит. И я, конечно же, его купила. Ароматизированная страничка. Знаете, я вообще к Possess, вот до этого, которые были, я относилась к ним, ну, так, на «вы». Потому что мне не очень подходит аромат Possess. Какой-то он для меня совсем очень тяжелый. Вот два флакона есть уже Possess, но вот никак. А когда я вот этот вот взяла, здесь древесно-фруктовый, аккорд граната, абсолют османтуса и амбровая древесина. В сердце это гранат. Вы знаете, вот он шикарный. Шикарный аромат, его хочется все вдыхать и вдыхать. Вот так он оформлен. Думаю, что я по нему сделаю отдельно видео и покажу. Просто сейчас вот я показываю то, что я вот купила. Объем у него 50 миллилитров. Неприторный, вот прям весенний. Весенний-летний аромат как раз на лето. На лето. А давайте откроем. Посмотрим, рассмотрим, какой он. Какой флакончик, знаете, вот, ну, пахнет изумительно. Его вот хочется и хочется прям вдыхать аромат его. Я говорю, я вот в Possess как-то вот прям совсем тяжелый для меня был аромат Possess. А вот этот абсолют, это вот действительно абсолют. Зашел он мне со своим гранатом, вот он мне вообще шикарно зашел этот аромат. О, красавец! Смотрите, какая крышечка, какая эстетика. Светленькая такая, розовенькая водичка. И... да. Вот он прям... кстати, я же просто его сняла. А он-то вообще вот так вот нажимается и распыляется. Шикарность. Ой! Прям взяла себе, брызнула. То есть вот он такой... он не закрывается, флакон. Раз, и все. А я его взяла и вот отсюда крутанула и сняла. Легко и просто. И тут еще у него такая ямочка. А, ну вот, шикарный. Шикарный, шикарный аромат. Однозначно рекомендую. Уж на что я Possess. Не фанат Possess, но вот этот абсолют, это что-то с чем-то. То, что хочется вдыхать, вдыхать и вдыхать этот аромат, как говорится, на весну, на лето, просто шик. И, конечно же, к этому аромату идет супер акция. Супер. Ну, что можно еще придумывать к такому шикарному парфюму, как не предложить лосьон и гель из элитной серии Essence & Co. Это же, конечно, при заказе аромата два продукта роскошной линейки Essence & Co с натуральными эфирными маслами шафрана и пачули всего за 99 рублей. Да где, когда Essence & Co продавался за такую цену? Это в каталоге такая цена. Вот я ее взяла. Видите, какая элитная серия, да? Вот ее поставил, просто подарил, даже просто в подарок. Тут уже вообще шикарный подарок. Хоть для кого, хоть кому, хоть для кого шикарнейший подарок. В общем, я вот таких вот набрала штук вот на подарок. А еще же к этому акция шла. Подарок, пакет, подарочный пакет. Вот он, подарочный пакет идет при заказе, опять же таки, аромата. То есть мало того, что мы вот это можем приобрести по супер цене, так еще и идет подарочный весенний пакет. Смотрите, какая красотища. Какие нежные цветочки. О, смотрите, какая нежность. Вот он все поставил в этот пакет. Ничего мудрить не надо. Все подходит, по объему все подходит. И все. Можно даже еще открыточку вложить на 8 марта. Вот такие у меня покупки, такие подарочные наборы я сформировала. Ну и, пожалуй, наверное, все на сегодня. Все. Хороших вам удачных покупок. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментарии под этим видео. Будем разбираться, буду помогать что-то подобрать. Если что-то нужно, не стесняйтесь, пишите. Я всегда рада пообщаться и всегда на все отвечаю. Смотрю все комментарии, на все комментарии я отвечаю. Поэтому до новых встреч, до новых полезных обзоров.
И следующий у нас каталог будет через 2 недели. Это 4-й каталог. Вот он новый. Сейчас, говорю, работает каталог, который не будем вперед заглядывать, а будем по действующему покупать и работать вот по этому красочному каталогу к 8 марта. Готовимся к 8 марта, покупаем подарки. Пока еще есть возможность такая до 8 марта получить наборы какие-то подарочные. В общем, приятных вам покупок, приятных полезных покупок. Пишите. До новых встреч. Пока-пока.